В самом центре города зафиксирован первый в этом году в Хабаровске случай наезда на велосипедиста. Происшествие обошлось без серьезных травм. К приезду полицейских, которых вызвали, видевшие столкновение люди, на месте событий вообще был только один участник. Это молодой человек, который пересекал улицу Пушкина по пешеходному переходу верхом на велосипеде. Автолюбительница на внедорожнике ехала по улице Карла Маркса со стороны аэропорта и сворачивала налево к площади. На машине даже следов от столкновения не осталось. Иномарка наехала на байк передними колесами. Автомобилистка и велосипедист сообща решили, что дорожный инцидент не стоит внимания автоинспекторов и решили вопрос полюбовно. Ну, как бы она на зеленый поехала, и я по пешеходным на велике ехал, надо было спешиться. Так что, претензий нет. Затормозил, она покупал на велик только наехать. Мне так велика много придавило. А ну, поэтому у женщины и не было претензий, потому что машина не повреждена. Так ну, да и женщина поняла, что тоже не права была. И мы номерами обменялись, она уехала. Нарушения в этом случае действительно были обоюдными. Сворачивая, водитель джипа была обязана пропустить всех, в том числе и пешеходов. А велосипедист, в свою очередь, по зебре должен был не ехать, а идти. Так как вина делилась на двоих, каждый остался при своем. Не собираясь участвовать в софинансировании, женщина уехала, а молодой человек остался у разбитого корыта. То есть фокуса, который он взял в парке «Динамо» на прокат за 150 рублей, оставив в залог паспорт. Давай сейчас ехать. Сейчас взяли покататься. Сколько вам счет выставят? Здесь не меньше. Полицейские настаивать на оформлении ДТП не стали, учитывая отсутствие претензий и пострадавших. Сотрудников ДПС велосипедист заверил, что боль в ноге его совершенно не беспокоит. С места происшествия Надежда Томченко, Ольга Соколова и Павел Рогатин.